Недавно им исполнилось 14 лет, и теперь пришло время получать паспорт. После нескольких волнительных минут вот он, долгожданный документ. Лыковой Дарине Александровне. В торжественной обстановке паспорта вручал глава городского округа Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Вместе с удостоверением личности ребята получили поздравительные письма от администрации, конституцию и памятные подарки. Что мы как городские власти рассчитываем на то, что вы останетесь работать в нашем городе, в своем родном городе, и будете вместе с нами делать Химки с каждым днем лучше. Примите мои самые искренние поздравления. Счастья вам, удачи вам всем. Получение паспорта – большое событие для ребят. Теперь они начинают самостоятельную жизнь. После официальной церемонии ребята смогли в неформальной обстановке пообщаться с главой. Было много интересных вопросов, которые касались в том числе и развития городского округа, и не только в сфере благоустройства. Затронули тему и создания новых рабочих мест, сохранения имеющихся рабочих мест, потому что город заинтересован в том, чтобы ребята оставались в Химках. В Химках паспорта в торжественной обстановке вручают уже третий год подряд. Это традиция зародилась благодаря проекту губернатора «Чуткая власть».